меня сегодня даже такая тема интересная, если вы читали, да? Как называется? Да, значит, состояние пейзажа, но сегодня мы будем делать такой пейзаж, называться оттепель. Мы смогли с вами в теплой обстановке получить друг от друга удовольствие и, естественно, знания получить. Я буду учиться у вас, вы будете учиться здесь. Благодарю студию «Маэстро». Естественно, Ирину Тарасову, которая с трудом большим уговорила меня приехать в Москву к вам. Очень тяжело мне выезжать на такие акции, на фестивали, на премьеры и так далее. Но я стараюсь по мере возможности уделить этому внимание. И, конечно же... Замечательно.
подсыхает. Зарано вы это все сделаете, ничего да, не получится. Сквозь... Оно опять почернеет. Рано заплывет. Вот такие вот вещи. И смотрите, не надо это дерево прорисовывать. Главное, свободно. Thank you.
вот все-таки практически все выдержали это все. Я не хотел вам сегодня почему-то на пейзаж. Надо на пейзаже показать, ну, говоря, красивые цветы, не бойтесь каких-то случайных.